Миллиард рублей выделяется дополнительно из федерального бюджета на благоустройство Самары. Еще 1 300 000 000 добавляет областная казна. Даже если эти деньги арифметически разделить на количество домов в городе, получаются огромные суммы. И сегодня важно, чтобы эти средства были потрачены наиболее эффективно на преображение города. Любая народная инициатива приветствуется. Чисто во дворе, порядок в стране. Под таким слоганом прошел форум по вопросам благоустройства с участием активистов 6 районов Самары. Ранее подобная встреча прошла на рабочей Безымянке. Самый близкий к народу уровень власти, общественные советы должны профессионально решать все вопросы. И общественность вся будет представлена максимально. Предприятия будут представлены, и власть будет представлена. И может сформироваться на том уровне как раз та точка, куда человек может с большинством, может быть даже с абсолютным большинством проблем, связанных с местом жительства, обращаться и решать эти проблемы. Как раз мы во многом сможем реализовать задачу, поставленную президентом. Люди должны местную власть доставать рукой. Во многих микрорайонах это уже удалось. Там, где есть народный контроль, и проблемы решаются своевременно, и управляющие компании подотчетны. Пример такого дома в Самаре – улица Артиллерийская, 25. Не все вопросы мы можем решить в рамках МКД, Совета МКД. Поэтому очень хорошая, плотная работа у нас идет с общественными советами. Очень было бы неплохо, если бы в общественные советы входили руководители предприятий, организаций, которые осуществляют деятельность в нашем микрорайоне. К началу 2018 года Самара уже должна быть готовой на достойном уровне провести мероприятия мирового масштаба. В городе уже есть примеры, когда удалось достичь успехов в короткие сроки. В частности, это касается строительства жилья. Еще не так давно в регионе строили меньше всех, причем стоимость квадратного метра была самой высокой в России. И вот ситуация изменилась с точностью до наоборот. Сегодня в губернии строится самый большой в России метраж доступного и качественного жилья. Очень много людей, которые покупают жилье по 35, может быть, 37 тысяч квадратный метр. Примерно 60% жилья продается у нас по такой цене. И экономия людей, жителей на этом только Самарской области почти 20 миллиардов рублей. И мы еще больше будем строить жилья доступного. А теперь еще и появилась реальная возможность всего за год сделать Самару одним из самых благоустроенных городов в России. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.